Всем привет, это продолжение партии за кхмеров в Sid Meier's Civilization 6, сетевой игре на восьмерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу в вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку, а вам всем вместе приятного продолжения просмотра. Опа, американец, добрый день. Добрый вечер. Нет, дорогуша? Слушайте, не там. Не, ну я пока боюсь тут поселом идти. Так. Товарищ Англия, если вы будете быть добры с моего города убрать своего разведчика, будет прекрасно. Ну, наверное, прям на соль я будем ставить. Соседи. С моего бывшего. Американец? А, здесь понял. Здесь кампус. Там невероятный побег из варвара был просто. Лечимся. Смерть, ты небось соседа будешь забирать? Брат, на Португалии это то, что тут я думаю. Есть. Где что? Дорожка. Вот моих разведчиков. Тут нету смысла. Наверное, из Харихарала я отправлю. Нет, я просто нанесал луков миллиард, потому что не надо было убить варваров, если ты о чем. Если об этом. А, еще я нанял у них этого. Пойдем-ка мы иметь вот эту Никола обработаем. Конга, думал, может, он мне очки даст. Ну, нет. По идее, это будет... Даже защиту города не повысил. Что за несправедливость? Слушайте, давайте тут стены. Шумер, предложение. Так, шумер, раб, у меня союзы два хода. Я уже в союзах. Не доживу до союза. А что такое? Ты почему варвар, думаешь, не доживешь? Слишком они от меня далеки с моей культурой. А зачем ты взял межкультурный диалог, если у тебя есть аккуратный? А, где найти шумера, кстати? Есть? Сомневаюсь. А, нет, он на море. Так, ну мне, видимо, сюда надо ставить. Ты садишься за Саудина, нужно кого-то обращать, а все соседи с религией. Араб, вот куда я буду ставить. Ну хорошо. Лишь бы город не отвалился. Не должен. Не хватает. Да, вон карва пускай дорогу ведет. Тем более он еще и больше дает всякого. Пошли пока сюда. Там решим. Я бы мог выше на клетку для того, чтобы получить очки за то, что рядом с чудом. С другой стороны, мне кажется, я и так выйду в золотой век. А клетки-то поприятнее. Так, три. Ну, Фес, мне пофигу, Магадиши, честно говоря, тоже пофигу. Ладно, пока никуда не буду. Древние стены есть. Инженерное дело открываем. Амбар. Монумент, гавань. Угу. Какой у тебя интересный город, я смотрю. 12 пищи, 12 производства и 12 веры с одной священки. Так еще и клетки хорошие. Зависть. Ну, мне что-то MyLife трудовую дисциплину отдал.
Так, что бы производство не иметь? Бы не поделиться с хорошим человеком, правильно? Да. А если он игру выиграет, мне кажется, так и будет. Зря ты молодой. Ну что ты начинаешь? Не, ну я готов продолжать до конца игры дружить. До гадера как минимум. Она мне в любом случае не нужна, потому что у меня на плюс 0 священки, типа зачем она мне? Так, давайте с арабом экономический. Араб кинул предложение. Вот это я с тебя хорошего денег соберу, и ты с меня. Да, мне что-то кажется, вот тут все-таки просто на соли лучше. Так, давайте, где мы еще будем города ставить? Мне надо покупать сейчас... Мне кажется, куда-то вот сюда надо ставить, похоже. Так, а где... Не видно там Америка? Вообще не видно. Американец, ты мне какую-то метку ставил? Да, хотел бы там выбор поставить. Так ты шо, мы тут очень далеко. Там можно не согласовывать, мне кажется. Почему? Раз, два, три, четыре, пять клеток. В смысле, пять клеток? От моего города стадион. Так от меня далеко. Зачем ты мне показываешь? На всякий случай, мне испанец задолбал. Пришел, город мой отобрал. Классно. Я свою позицию объяснил. Так, блин. Наверное, придется как-то вот, блин, так сделать. Пока, ну мне надо сюда ставить, а там мечник специально тусит. Почему-то. Интересно, куда вообще вар? Тут что ли у них лагерь? О, три лучника. Ну, я обработал железо. А я больше нигде не делал, по-моему, шахту, да? Не, ну тут я не хочу ставить. Наверное, надо сюда везти. Мавзолей в Геликарнасе, наверное, нет. Хмер, ты видишь эту клетку с пятью пищей и двумя наукой? Не знаю, мне на всей карте искать ее, не знаю. Нет, возле столицы как раз. Возле моей или твоей? Возле моей, вот. Не видишь? Жаль. Пока вижу три пищи, одно производство и две культуры. Вот это? Нет, там пять пищи, там еще рис на болоте. Ну, видимо, чуть дальше увижу. А, да, вижу сверху. Ну, это не прикольно. У меня клетки. Вот это я понимаю. Вот это всем клеткам клетки. Блин, там еще и этот идет. Так, ну лучника он не должен ваншотать. Мне надо, я хоть потеряю юниты, но мне надо довести посела. Разведчика уберешь?
Ща. А, все, я уже в золотом веке, да? Англичанин, а тебе долго до союзов? Сейчас посмотрим. Мельница. Прилично, да. А испанцу? Блин, я вот не знаю, где правительственную площадь ставить. Ну, слушайте, мне надо, наверное, куда-то сюда все-таки посело еще повезти. 200. Следующим ходом можно купить. Где-то вот здесь поставить город. И тут, собственно, делать правительственную. Да вот как-то вот сюда надо правительственную, наверное, бахать. Вот и все. Ну, короче, торговца строим тогда. Тут тоже водяная мельница не особо. О, центр коммерции, кстати, на плюс 3 есть. Ну, опять же, надо Хмер, у тебя там варвары рэкет устроили? Да, вообще. Некрасиво себя ведут. Мне кажется, вот это минус будет дуболом, скорее всего. О, это в тему Венеция. О, кажись... Так, слушайте, кажись минус мечник. Е. Так, все, город мы 100% ставим. Вот этот, возможно, все-таки минус дуболом, но город я сюда поставлю сейчас. Зашибись. Так, значит, покупаем здесь усело. И я бы его, наверное... Я бы его прям, наверное, на апельсины поставил, кстати. Шмер, это твой рабочий? Подождите, а я смогу где-нибудь поставить, чтобы дотянуться до реки? Это он, да, твой. Может, мне все-таки сюда тогда, чтобы на реке поставить священочку? Вот сюда, давайте вот сюда я поставлю. Думаю, откуда у тебя столько культуры? А вот откуда ты такой культурный? Откуда у него столько культуры? От КГшки у него столько культуры. Хитрюшка какая сидит там. С ГГшками. Ничего, я свои выращу. Нафига мне божеская традиция. Феодализм, го. Теократию. Так, просад. Давайте амбар. Потом библиотеку. Есть монумент. Гавань. Блин, тут амбара нету. Ладно, давайте на производство. Этот город не особо растет, но у меня просто шикарные города. Просто шикарные. Даже уже этими городами тут побеждать можно. Даже если мне нельзя было ничего больше ставить. Так, Шумер реально далеко от союзов. О, Шумер реально далеко. Слушайте, а может я тут что-нибудь поменять хотел? Может... Ну, я, наверное, я бы оставил пока плюс. Успел. У меня сейчас, видите, феодализм откроется за один ход. А я сейчас первых послов отправлю в несколько ГГшек. Блин, убили мне все-таки этого мечника. Жаль. Так, в Митлу. 100% и в Венецию 100%. Да, может, эвакат. Атаки антикавалерийских юнитов и юнитов ближнего. У нас полный урон городским стенам. Ну, а смысл? Я не воюю ни с кем. И пока не планирую. Все, ставим тут. Здесь пока постою просто. Здесь вырубаем под центр коммерции. Ну да, тебе тут крупно повезло. Че, три чуда, ой, два чуда выпало. Кому? Хитрюшки. Свинюшки. Кого ты там так обзываешь?
Везучих людей так обзывают. Так, знаете, я, наверное... Хотя, может, из Вимаяпуры... Не, подожду. Я вот из этого города отправлю караван. $75. Ну, надо... Я хочу... Ладно, давайте библиотеку. Я хочу уже правительственную площадь начать тут строить. Блин, прикольный флотоводец. Жалко не мне, а португальцу. Да, жаль, конечно, у меня нету выплыва отсюда. Только когда все растает. Ну, с другой стороны, ко мне никто не приплывет. Тоже здорово. Так, какое-то задание выполнил, что ли? Буэнос-Айрес. Поздравляю. А, Буэнос-Айрес. Ну и пофигу. Блин, сразу в моей религии это просто мы так экономим веру. А при этом у меня, наверное, больше всех городов в религии. Давайте посмотрим. Один город, восемь... А, Аравия даже... А зачем вот араб так летел в религии, чтобы не распространять в итоге? У меня 7. Ну вот 8, правда, у кого-то, но он, наверное, сам распространяет. Все-таки. Буду подходить, чтобы убивать. Так. Чё этим делаем? А если я ничего, один ход не буду строить, пробка, которая с чуда осталась, она останется еще на next ход или нет? Да. Если битку строил. Угу. Ну а так, не спеша, не напекать. Так, монумент... Здесь, значит, перекидываем сюда. Тут могу я уже купить клетку? Чуть не хватает. Надо у кого-нибудь попросить. Шумер, предложение отдам 15 следующим ходом. Шумер. Окей. Ну, блин. Вот, смотри, уже не надо, спасибо. Мне надо было на этот ход. На следующий ход у меня самого будут деньги. Так я вроде бы в этом ходу отправил. Ну ты отправил. Под конец хода. Под конец хода. Зачем? Мне, чтобы принять просто. О, даже убил его сразу. Отлично. Так, значит, выкупаем тут эту клетку. Ставим. Кланы подкупать это норм? Кого подкупать? Кланы. Кланы. Ну да, это ж механика игры. Так, ученичество открыл. Это я не ускорю, так что... Кому-то с нами играть надоело. А, нет. Да, это перезаходы. Просто иногда бывает, что дискорд повисает и рабовой у всех. Ну да, я бы тут ставил. И я бы, наверное, вот этот город и этот, и я бы закончил расселение. Хотя тут еще влазят, слушайте... Ладно, давайте еще одну купим посела. Следующим ходом заканчивается. Давайте купим. Промышленная зона на плюс один. Акведук. Жалко, но придется, видимо, вот эти бананы убрать таким. Ну, давайте тогда
строителя сделаю. В Буэнос-Айрес я бы отправил тогда. Банк, верфь, универ. Никто пустынные чудеса с собой не строит вначале. Как ты их построишь в пустынном городе, если там нет промки? Вообще, да. Сложнее только вот это пустынное. Предлагаю с универом. Перерывчик минут на 10, как вы? Можно? Так, ну у тебя, наверное, вольнодумство. Сейчас я не хочу ничего покупать. Чай сделать, потом скучно сидеть. Ее англичанин в керамическом. Блин, Хмер, ты сейчас так полетишь со своей гаванями, с кашками, я, ну, зайду. Я еще грустный из-за зарубы с испанцем, просто Хмер развился с тобой. А? Мы с тобой можем помириться. Да, да. Я не знаю, что они не спят. Я хочу помириться, да. Не зря Хмер банят. Просто мы играем, у меня 5 вечера, то есть у людей там 4 утра. Так, раз, два... Три, ну, сюда просто бахну. Ой, не тем. Блин. Обожаю. Ну, почему? Почему игра постоянно? Вот мне каждый раз такое. Выбирает не тот юнит. Сейчас придется что-нибудь строить еще. Торговца, давайте. У нас перерыв или мы играем? Перерыв, да, перерыв. То есть таймер не идет, можно отключиться. Да. Ну, тут зал для приемов. Уже поселенцев я не строю, захватывать никого не собираюсь пока. Так, вот тут интересно, может Магнуса... А, тут у меня Мокша уже сидит. Куда-то Магнуса надо. Сюда, ну тут я бананы буду. Слушай, давайте сюда Магнуса, а тут как бы... Вот, тогда я подожду, море... пока он приедет. Слушай, там прям... Я думал пойти его почистить, я выплыл, там я 4 просто этих галерки. Объяснили, что здесь их территория. Португальская служба безопасности, я об этом забудусь. С тех пор я там не быкую. Да сейчас я их защищу. Если ты, конечно, гавань ткнешь в Мадриде. Промышленная. Я думаю, от Валенсии еще плюс 2. Не, наверное, надо акведук вместо 20... этого камня промышленную. Ну, чтобы вулканом не... Слотов нет туда. Не ломало. Река уже раз закрытие убивает. Ну да, да, наверное, так. А ты ППшку тоже в Мадриде ставил? Нет, я ППшку вообще не ставил. Ну ты лучше ППшку в Мадриде поставил. Хотя, вообще, не. Две грамма. ППшка, в принципе. Так, а что там, что ускоряет? Водяную мельницу надо где-то. Три лучника. Великого ученого. Что с великим ученым вообще? А Мархаям может прийти. Союзы у тебя когда? Водяную мельницу, где мне имеет смысл. Ну, вообще, о-о-о, никаких ресов на водяных мельницах. Ну, вот кукуруза. И все. И все. Слушайте, а подскажите, от количества городов здесь, как в пятой цеве, увеличивается количество науки, которое ты должен делать? Нет, нет. Прекрасно. Увеличено количество торговых. Ну, тут я строю, по-моему, где-то. Так, у нас тут выпало... Испанец, конструктивное предложение у нас. Ты на показатели посмотри. На... Война откатила в развитии, ебать, как далеко. Я пингалу пересаживаю. Может быть, не союз и... Вимаяпуру Рейну посажу. Американец, тебе прям серьезно подтягиваться после такого? Серьезно, но если не сделаем союз и коллаборацию, то нас сейчас сожрут. Как это нас сожрет? У меня тут Алексей с правого бока активно начинает горать, или даже там, где он не собирался ставить. В смысле, где я не собирался ставить? Я разделил с ним территорию. Ну, ближе к чуду. Ну, так меня американец спрашивал про Акад с другой стороны вообще. Как интересно собирался тут кто-то вообще город ставить?
Там невозможно никому больше город поставить, кроме меня. У меня были фантазии до войны с испанцами. Но даже если бы у тебя не было войны, ты там не можешь город поставить, потому что он бы отваливался ко мне. Ой-ой. Караван в Англию? Согласен насчет караванов в Англию. Все, может, тогда караваны корабу, я не знаю, или кому ты кидаешь, Шумер, караваны ко мне или корабу? Пока только тебе кинул. Значит, в Кхмера? Давайте ко мне тогда. Давайте в Англию, давайте в Англию. Я покажу все. Я в Англию тоже замапил. Англичане, давай вместе с нами. Вы же все равно не пройдете, у меня больше всех. Пофиг. Что с этими? Снизим за производство? Чтоб никто никого не порол. Нормально, плюс. Я даже 3 вложу в себя. Чтоб не у них там... Потому что там Испания и Португалия с караванами, они могут неплохо заиметь. Кстати, вот у нас интересно, у нас 2 цивилизации в игре на караваны. Португалия и Испания. Можно сейчас почти посмотреть. Не, просто посмотреть, у кого лучше все-таки. Гавани, так что сейчас меня спалят. Так, можно дополнительный караван сделать, значит. О, Махенджитаро. Ладно, встану в защиту. Так, тут давайте сюда ремонтировать. Тут давайте убивать. Тут ставим город. Проблема в том, что я встал, тут был варвар, и у меня зона контроля сработала. Я не могу ходить уже больше. Из-за варвара. Так, осталось 2 города поставить. Значит, этот я решил сюда ставить. Тут я начну... Что? Ты можешь убрать разведчика? Я тебе говорю... Ты не слышал, что я говорил? Там из-за варвара у меня зона контроля сработала. Все, я не могу этим ходом ходить. Блин, знаете, еще Мачу-Пикчу бы построить? Хмер. Третий раз, господи. Тебе же отвечали уже. Ты слышишь нас? Ты сейчас меня слышишь? Я сейчас слышу, потому что у меня дискорд. Я говорю, зона контроля от варваров, от варвара сработала на скаут. Я не могу ходить теперь. Я никого не слышал. У меня дискорд лёг, и все. Это было похоже на Дармаму, я пришел договориться. Блин, ни одного... Слушайте, а религиозные есть вообще ГГшки в игре? Пример предложения. Я знаю одну. Я штук 8 знаю. В игре они есть? Да. Вот. За золотую скажу, где Шенгетти. Ну, золотая Венеция, например. А есть можно ветку? Можно ветку? За Самарканд скажу. Венецию не трожь, Венецию не отдам. Так, да, это Воланчик, просто, чтобы... ты ж Воланчик, да? Да-да-да-да-да. Кинул тебе. Ну вот, Венецию продали. Ну, я... Вот. Давай. Шенгетти где? Выше... Вот, сейчас Шенгетти кину. Очень близко к твоему скалу. Аукцион какой-то. Через 2 хода найдешь. Вот там сверху. Угу, спасибо. Шенгетти мне надо. Что построили? Висячие сады, фарусский маяк, все. Слушай, фигня. Уйди, разведчик, не мешай. Слушай, а что я тут хотел? Что я ж тут что-то хотел. Да не, я акведук, по-моему, там хотел. Блин. Кхмер, ну уйди, уйди, не мешай, пожалуйста. Ща.
хотел тут город поставить. Смотри, сколько тут воров. Это желание поубавляется. Блин, латник появился. Ну там хана, короче, дуболому. А жаль. Спань, скинул культурный союз, а англичане ему научим. Пожалуй. Вот эти экономисты уходят на ЦКшках и гавани. Культуру, науку. Ну, она же попадет. Бля, первый игнуш. Так. У меня очень плохо, я не вышел в первый. Отсюда. Спасибо, во второй не вышел. Второй вышел. В общем, с перебором в 13 очков. Ладно, давайте промышленную зону. Пока я там зря сюда отправил. Так, монумент готов. Священочка. Ну, тут слишком хорошая клетка, чтобы сюда священку ставить. Да. Я бы, наверное, просто ее купил. Не, забирай. Обрабатывать. Я похожу сейчас вокруг, попозже заберу, окей? Ок. Я там город ставлю, хочу, чтобы он в том городе появился. Ну, вот тут все-таки надо на плюс 4 ставить. Я даже не буду, наверное, рабочего ждать. Да. Прощай, дуболом. Ты хорошо послужил. Просто этот латник сейчас еще придет мои города кошмарить. Какао грабить. Я так две гавани и не построил, да? Зато феодализм открыл. Надо рыцарей открывать, я думаю. Теократию принимать. Эх. Так, значит, тут берем теократию. Ну, против иноверцев, против варваров это не сработает, так что пофигу. Давайте поставим на... Забавно, с испанцем или грузом, а его налитые варвары... Вот это, чтобы гавани быстрее строить. Совместную церковь. Или гражданский авторитет. Или республиканское наследие, конечно же, ставим. Так, а тут просто плюс 2 влияния. Вот так. Теперь здесь сразу часовню магистра. Тут дальше в дипломатическую службу пойдем. Лян. Шумер, ты там не умрешь от рака легких? Давайте, может, Виктора сюда, чтобы... Жестко. Угрожающе звучало. Все нормально. Чтобы тут жилье и счастье было. Как чему это было? Весь табак себе забирает. Я тоже подумал. А что там за задание было интересно такое? Так, куда я Магнуса отправил? Ага, вон туда. Ну давайте туда рабочих, чтобы вырубать под Магнусом два хода. Ладно, гавани. Я так открою картографию. Да нифига себе, дорога. Американец, тебе там буря налетела. Буря вьюга. Давайте тут подумаем. Может, все-таки повыше вот сюда поставить? Я, наверное, все-таки сюда я поставлю. Я только сейчас увидел. Я только смотрел, она на клеток 10, наверное, распространилась. Это
А португалец с кем-то воюет? Нет. А почему у него такая сила армии? Я варваров защищал. А еще я ГГшку нанял. Тут у людей 125, 136 и 450. Так, это мы пока не убираем, это просто... было три меча. Мощно. Я такой хочу поставить город. А, блин, я ж тут камень должен был убирать, черт. Так, ладно, сначала мастерскую пока. Мне только ведук надо ставить на этом месте. Тупанул я. Так, открыл картографию. Великого ученого мне, видимо, так и не дадут. А, вот он. Ну, я пытаюсь за ученый поубивать, но пока что выходит довольно так. Класс. Эта штука убивается, требушет. То есть это вот сюда надо, тут еще будет 12 науки, я так понимаю. Я лучше Валенсию тогда убью. Так, охренеть, конечно. Я пошутил, что не надо испанец идти ко мне на конкистах. Я пошутил. Каждой шутки есть доля юмора, так сказать. Каждой шутки есть доля шутки. Но они свалят отсюда или нет? Они так вот плавают под моим поселком. Смотрите, у меня же лишний караван есть. Ну, вообще, я бы, наверное, из этого города отправлял еще пока. Хорошо, и выращивайте ДГшки, а так не растут. Блин, надо апостола купить, укреплять религию, да что я забыл. Меня грабить, да. Опа, вот это ДГшка я себе отрастил. Так, давайте апостола покупать. Да я бы сразу двоих. Я не хочу эту... Храм Махабодхи строить. Просто двух апостолов и сразу укрепим. Так, теперь. Дима, помнишь, тебе священное место у Махендра Парваты понравилось? Да. Опа. Вот посмотри еще, что там добавилось. Забрал, понятно. Да я на другого нацеливался, это кто-то забрал передо мной, а этот мне достался. Ну, этот лучше, чем тот. Короче, священное место. 12 производств, 12 веры, 12 науки и 12 пищи. У американца 17 науки, это же почти как американец. Ну. А еще скрыто, считайте, 6 культуры, потому что этот... как его? Просад. Дает 0,5 за население. Получается, священка больше американцев. Вера банить тоже надо. Как и Василия, как и Византия. Ой, это ты, Испания. Испания тут при чем? Ни одного континента рядом нет. Все, сосубим. А вот если есть, все. Если бы был, тогда бы поговорил. Да, ну вот сюда надо будет, конечно, отправлять. Так, пока мастерская. Только тебя, испанец, я еще не встретил. Блин, а я шумер. А, ну тебе надо. Шумер живет, кстати, на море, португалец. На другом берегу мне туда плыть, что быстрее дойти своими скаутами, их куча. А ты Кхмера, ты видишь? Ты его где встретил? Кхмера, да, вижу. Города видишь? Или только так встретились? Ну, вижу города возле Феса, и все. Правее, иди там вот. Правее городов Кхмера. Понял, спасибо. Ну, он просто за мной, Шумер. Справа от меня. Так, значит, так веду. Вот же город. Да. Универ. У Португала 150. Ну я, а я вот за ход получил, за обращение города. Так он каждый ход получает.
Так, значит, укрепляем. Тут пока астрономию. Так, что берем? Всемирную церковь. Все, у меня и так, наверное, культуры будет. О, варвар, давайте, давайте, наверное, ступу пока возьму. Сейчас я дальше подумаю. Ну, варвар, ступа на счастье. Очеки-то. Кстати, англичане. Так, первый что, посол впервые нафиг надо. Компуса и центры коммерции дают... Я приведу, я приду. За последовательность. Точнее, это, кстати, может мне много веры давать. Корот же заберет автоматически. Ой, не веры, а религии. Давайте на Всемирную церковь. Ну да, если он... Все. Ну да, 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 в клетке. Вот эти вот ЦКшники, гавани, которые сидят на реках и на море. Так, тут бегают, значит, сюда надо будет сейчас отправить. Не надо паник. Ловите их, пока не улетели. Загрудки. Да просто ступа. Хотя бы подержать. Это счастье. Португальцы-то еще ладно, он просядет, а вот Хмер со своей культурой-то не просядет. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас.